Новые объекты сельхозпроизводства открыли в Карасайском районе Алматинской области. Они созданы в рамках программы формирования продовольственного пояса вокруг Алматы. Тепличный комплекс «Мадмар» построен на территории одноименного крестьянского хозяйства в Ельтайском сельском округе. Его общая площадь 6 гектаров. Работать там будут по современной голландской технологии. Проектная мощность тепличного комплекса до 2000 тонн овощей в год. Реализовывать продукцию будут без посредников, непосредственно в торговых точках Алматы. Стоимость проекта оценивается в 980 миллионов тенге. Из них заемные средства 780 миллионов, собственные 200. В рамках программы «Агробизнес-2020» хозяйство получило возврат средств на сумму в 131 миллион тенге. Господдержка оказана по программе «Дорожная карта бизнеса». Аким Алматинской области Амат Нигматалов подчеркнул, что помощь от государства в виде поддержки инфраструктуры и выделения необходимых субсидий крестьянскому хозяйству «Мадмар» будет осуществляться и в дальнейшем. Здесь на территории 4 гектаров, это первый этап, вот, вложено более 1 200 000 000 тенге. Вот, и создается около 120 рабочих мест. И будет производиться круглогодично наша своя сельскохозяйственная продукция. Здесь все можно выращивать. Вот, и огурцы, и помидоры свежие.